Алоха, друзья! Вот и настало время для огромной подборки с крутыми и полезными товарами для вашего автомобиля. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом в размере 1000 рублей. Со временем дворники изнашиваются, засоряются, теряют жесткость и уже не так хорошо выполняют свою функцию. Как это исправить? Использовать восстановитель автомобильных дворников. Он избавит от необходимости замены щеток стеклоочистителей, сделает лезвия старых скрипучих щеток острыми и бесшумными, очистит лезвия и восстановит полный контакт с поверхностью стекла автомобиля. Гаечный ключ с накидной рабочей частью со встроенным храповым механизмом поставляется в комбинации с рожковой частью того же размера. Ключ применяется при обслуживании крепежа при свободном его вращении, без экстремальных нагрузок. Обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве. Продаются поштучно размеры от 8 мм до 16 мм. Как известно, за разговоры по мобильному телефону за рулем предусмотрен немаленький штраф. Впрочем, данное правило не распространяется на разговоры с использованием Bluetooth-гарнитуры. Она позволяет не отвлекаться от руля и при этом пользоваться телефоном. Имеет дальность передачи 10 метров, аккумулятора хватает на 10 часов в режиме разговора. Гарнитура обладает интересным дизайном, поставляется в комплекте с кейсом, зарядным кабелем, сменными амбушюрами и инструкцией. Щетка для мытья с подачей воды. Без усилия справится с любыми загрязнениями на вашей машине. Смоет пыль, мошек и засохшую грязь. Не повреждает поверхность за счет щадящих и мягких щетинок на щетке. Ваша рука не будет уставать от постоянных движений, так как щетка вращается на 360 градусов. Также бонусом является подключение шланга с водой. Переходник идет в комплекте. Есть выбор режимов между струей и спреем. Регулировка давления от высокой до низкой. Моющее средство заливается во встроенный резервуар. Периодически некоторые водители сталкиваются с тем, что во время движения тот или иной автомобиль оказывается в слепой зоне и при перестроении происходит опасная, потенциально аварийная ситуация. Для тех, кто не в курсе, слепая зона – это такая зона, в которой в боковые зеркала не видно соседей по потоку. Позаботиться о своей безопасности необходимо заранее. Чтобы избежать вышеописанных ситуаций, можно установить дополнительные зеркала, которые увеличат обзор. Универсальный автомобильный парктроник оснащен 8 датчиками. На выбор представлено 11 цветов, чтобы можно было подобрать в цвет бампера. Парктроник имеет яркий, хорошо читаемый LED-дисплей со звуковым оповещением. Чем ближе препятствие, тем звук становится интенсивней. Данный парковочный радар облегчает парковку в ограниченном пространстве или в городе, а также помогает при движении в интенсивном городском потоке машин или в пробках водителям-новичкам. Следующий товар – это оплетки на руль. Помимо декоративной функции, оплетка выполняет и практические задачи. Защищает покрытие руля, утолщает руль, снижает проскальзывание рук. Специализированный магазин предлагает оплетки из натуральной и искусственной кожи с различной фактурой и оформлением для разных моделей автомобилей. Оплетка на руль придаст вашему авто новый вид, защитит руль от потертостей или скроет уже потертый руль. Турботаймер является оборудованием, предназначенным для увеличения срока эксплуатации двигателей, оборудованных турбиной. Оборудование отсрочивает выключение двигателя после выключения зажигания. Таймер на установленное время обеспечивает работу двигателя на холостых оборотах. Работает таймер от бортовой сети, отличается корректностью, надежностью и простотой установки. Необходимая водителю информация выводится на цифровой дисплей. Специальные инструменты для удаления проводов позволяют удалять их из разъемов быстро, удобно и без повреждений проводных клемм. Изготавливается инструмент из алюминия. Комплект поставки включает 11 изделий различного диаметра для удаления проводов разного сечения. Обратите внимание, инструмент не предназначен для подтяжки клемм.
Перевести негабаритный груз, либо взять с собой дополнительный багаж в дорогу, можно, установив на крышу автомобиля рейлинги. Для их изготовления используется алюминиевый сплав и пластиковые элементы. Конструкция легко выдерживает нагрузку до 70 кг. Крепятся рейлинги к верхней части крыши в районе дверей. Длина 120 см. Возможно, незначительная корректировка длины. Комплект поставки включает два рейлинга, крепежные элементы и шестигранный ключ. Alpine Bluetooth Receiver – небольшое, весьма полезное и удобное в использовании устройство, которое подключается к аудиовходу. В результате чего аудиосистема получает возможность присоединиться к другим устройствам, которые поддерживают беспроводную связь Bluetooth. Данное устройство предназначено для воспроизведения медиафайлов с телефона через аудиосистему в автомобиле, а также принимать входящие звонки на телефон через магнитолу. Светодиодные фары различных форм и размеров светят очень ярко, гораздо лучше любых ксеноновых фар и тем более лучше любых штатных галогенных фар. Таким образом, такие фары являются лучшим выбором для ночной жизни. ДХО работает на высшем уровне, как собственно и поворотники. Как вы поняли, фары круглые и подойдут на большинство моделей внедорожников, грузовиков и легковых машин с размером штатного оптического элемента 178 мм, в том числе и на Ниву. Продвинутые автовладельцы осведомлены о мельчайших деталях в своем автомобиле и учитывают все нюансы для того, чтобы их авто правильно и без перебоев функционировало. Такой, на первый взгляд, мелочной и незначительной деталью является датчик температуры охлаждающей жидкости. Он предназначен для измерения температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Информация, которую предоставляет датчик, является крайне важной для системы управления двигателя, потому что благодаря ей можно подправить все главные показатели работы мотора, так как мотор перегревать нельзя, могут быть плохие последствия. Ключи для различных марок автомобиля – это так называемые пустышки. Вы можете переставить электронную начинку своего ключа в новый корпус, при этом также можно переставить сам ключ или выточить новый на пустышке у мастера. В ассортименте есть как обычные ключи, так и выкидные на автомобили марки Mazda, Chevrolet, Volkswagen, Mercedes и другие. Держатель для мобильного телефона в виде доброго человечка со смайликом – отличный выбор, если вы любите смотреть видеоролики и проглядывать сайты, сидя в автомобиле. Держатель позволяет освободить руки, чтобы не отвлекаться от дороги. Телефон закрепляется надежно и на ямах не выпадает. Сам держатель крепится на дефлектор воздуховода. Небольшой освежитель воздуха в виде турбины, который устанавливается прямо на сопла воздуховодов в салоне. Как только вы включаете обдув, лопасти турбины начинают вращаться, что не только смотрится интересно, но и сильнее распространяет аромат по всему салону. У вас есть возможность выбрать синий, красный, черный, либо серебристый ароматизатор турбину. Цифровой микрометр станет полезным приобретением как для профессионалов, так и для любителей. Прибор оборудован большим ЖК-экраном. Автоматически определяет минимальные и максимальные значения. Данные могут выводиться в дюймах и в миллиметрах. Точность измерений – 0,001 миллиметра. Комплект поставки включает измерительный прибор, пластиковый короб и калибровочный ключ. GSM-модуль для открытия ворот в гараже. Он позволяет управлять различными механизмами, такими как шлагбаумы, ставни, ворота, двери и так далее. Управление осуществляется с помощью бесплатного телефонного звонка с мобильника. Можно авторизовать до 200 номеров, на которые будет реагировать модуль. Также подойдет для уличных фонарей, насосов и прочей техники. Легко настраивается через приложение на телефоне. Резиновая наклейка против курения. Такая наклейка отлично подойдет для авто, чтобы ваши пассажиры четко видели, что курить в машине нельзя, но больше такая наклейка подойдет для автомобилей, работающих в такси. Размером эта наклейка 5 на 5 сантиметров.
Небольшой знак аварийной остановки размером 23 на 26 сантиметров. На каждой стороне его трехугольной части находятся светоотражатели. Складывается очень просто. Один треугольник на другой, и у вас уже есть знак. Он будет устойчив к падению. Существенно повысит безопасность дорожного движения в ситуации, связанной с вынужденной остановкой авто, будь то его поломка, либо авария, что особенно имеет смысл в местах с ограниченной обзорностью дороги менее 100 метров. Интересный и нужный аксессуар почти каждому автомобилисту. Чтобы избежать штрафов и безопасно утопить педаль газа, используется устройство, которое заранее предупреждает водителя об опасности на дороге. Данный прибор оснащен GPS-детектором и всевозможными обновлениями карт, что позволяет ему уверенно распознавать контролирующее устройство с расстояния 800-1000 метров в зависимости от ландшафта местности. Для автомобиля есть замечательная массажная накидка с подогревом. В дальней дороге массажер помогает затекшей спине и ногам, а подогрев компенсирует оригинальный подогрев сидений, который есть далеко не на каждом автомобиле. Накидку также можно использовать и дома через адаптер на 220 вольт, если вам это необходимо. Области охвата массажа – шея, плечи, спина, поясница, ягодицы и бедра. Помимо вибрационного массажа, вы можете выбрать следующие виды массажа – растирающий, роликовый и похлопывающий. С помощью пульта управления вы можете изменить интенсивность массажа. Эта массажная накидка идеально подойдет для водителей и людей, ведущих сидячий образ жизни. Встраиваемый светодиодный вольтметр имеет круглую форму. Шкала выполнена в виде тахометра. Посередине можно увидеть показания вольтметра. Диапазон измеряемого напряжения позволяет устанавливать вольтметр на легковые автомобили, мотоциклы и так далее. Устройство не требует дополнительного питания. Если кнопки запирания дверей в вашем авто вышли из строя, либо вас просто не устраивает штатная комплектация, можно приобрести комплект кнопок в оригинальном дизайне и различных расцветках. При выборе кнопок необходимо учитывать модель эксплуатируемого вами авто. Автомобильный тумблер для переключения чего-либо. Для его работы нужен источник постоянного тока 12 вольт. Индикатор светится во время включения. Может быть использован как переключатель дополнительного электронного оборудования снаружи и внутри авто. Имеет три контакта и светодиодное освещение. Качественный корпус не перегревается во время работы. Компактный размер вписывается в дизайн авто. Молдинги являются как элементами защиты, так и элементом, придающим индивидуальность вашему автомобилю. Изготавливаются из ПВХ, могут устанавливаться для защиты колесных дисков, дверей, порогов, бампера, решетки радиатора и так далее. Комплект поставки включает 8 метров самоклеющейся ленты синего, красного, серебристого, золотого или фиолетового цвета. Фиксируются молдинги на самоклеющуюся ленту, подходят к большинству моделей автомобилей. У каждого автомобилиста возникает желание как-то приукрасить свой автомобиль, сделать его более оригинальным. Поможет в этом кнопка-переключатель с подсветкой. Установив такой аксессуар, вы удивите своих друзей-автомобилистов. Следует отметить то, что кнопка такой модели имеет подсветку. Это значительно выделяет прибор со списка подобных. Заглушки на дверные винты, как на первый взгляд может показаться, абсолютно не та вещь, на которую стоит тратить деньги. Но каждый более-менее опытный автовладелец скажет вам, что это далеко не так. Постоянное скопление пыли и влаги приводит к возможным сбоям в работе замка и стеклоподъемника. Этого можно избежать, установив данные заглушки. Элементарные приспособления могут сэкономить вам деньги на ремонт. Крышка радиатора с термометром – это превосходная замена вашей заводской крышки. Позволяет получить точные показания температуры охлаждающей жидкости радиатора. Такое устройство рассчитано на давление 1,3 бар и максимальное значение температуры на шкале 200 градусов. Может применяться как для автомобилей, так и для мотоциклов.
Еще одним незаменимым инструментом как для автовладельцев, так и для мастера на СТО станет приспособление для затяжки хомутов. Применяется для затяжки хомутов с возможностью обрезки лишней части хомута. Подходит для заводских и безразмерных ленточных хомутов. Используется для хомутов шлангов, топливных фильтров, помп и шруса. Изготовлено из прочной стали и удобен в использовании. Очень часто владельцы автомобиля сталкиваются с проблемой неприятного запаха в своем авто. Практически все используют всяческие амортизаторы, но они, как правило, не дают достаточного эффекта. Автомобильный освежитель воздуха с эфирным маслом прекрасно справится с подобной проблемой. Изготовлен на основе натурального эфирного масла. Есть широкий выбор ароматов. Подборка маленьких трещоток. Незаменимая вещь не только при ремонте автомобиля, но и в доме любого хозяина. Маленькая трещотка под стандартные головки поможет закрутить или открутить любую гайку или болт. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали, поэтому выглядит достаточно прочным. На выбор трещотки с резиновой рукояткой черного, синего или красного цвета. Стоит помнить, что трещотка не предназначена для того, чтобы срывать закисшие и приржавевшие гайки. Датчик температуры отработанных газов устанавливается перед окислительным каталитическим нейтрализатором двигателя или перед сажевым фильтром дизельного двигателя. Предназначен для измерения температуры отработанных газов. Данная информация позволяет контролировать условия работы двигателя и обеспечивать эффективное снижение токсичности отработанных газов. Для установки такого агрегата производитель рекомендует обратиться к специалистам. Сумка-скатка для инструментов в автомобиле является во многом весьма удобным решением. Сумки-скатки сделаны из износостойкого, очень прочного материала, занимают мало места, позволяют хранить и переносить самый разнообразный инструмент – молотки, гаечные ключи, метизы и тому подобное. Настоящим украшением долгое время считали наручные часы, да и в принципе любые часы были достоянием своего владельца. Автомобильные часы тоже могут стать отличным дополнением к интерьеру, не считая своей пользы от прямого назначения. Крепятся они или на воздуховод автомобиля, или же на торпеду с помощью двустороннего скотча. При желании с заправкой кондиционера может справиться любой автомобилист, ведь это совсем не требует каких-либо профессиональных знаний. Для этого нужно иметь универсальный набор для самостоятельной заправки автокондиционера. Также данный набор будет полезен в автосервисах. Универсальная накидка защитит спинку переднего сиденья от грязной обуви ребенка и от последствий детских игр в автомобиле. Защитная накидка на переднее сиденье создана с учетом всех особенностей современного автомобиля. И главное ее достоинство в том, что она подходит под все типы сидений с подголовником. Накидка изготовлена из износостойких материалов, поэтому прослужит долго. Накидку можно легко и быстро вымыть и быстро высушить. Быстро и удобно крепится на переднее сиденье. Основная сфера применения термоусадочных трубок – это изоляция токоведущих проводов. Отличные электроизоляционные свойства и удобство монтажа позволяют успешно заменять ними обычную изоляционную ленту. Производители выпускают термоусадочные трубки самых различных цветов. Это позволяет использовать их не только в качестве изоляции, но и в качестве цветовой маркировки различных изделий. Набор состоит из 200 штук трубок. Еще одним незаменимым аксессуаром каждого автомобилиста станет тестер свечи зажигания. Прост в использовании и поможет быстрее диагностировать поломку автомобиля. Внутри тестера находится световой индикатор, который показывает наличие искры в цепи. Светодиодная переносная лампа для гаража. Рассчитана она на питание 220 вольт, шнур длиной 10 метров. Его хватит с запасом для любых дел в вашем гараже и при ремонте авто. В продаже находятся такие лампы 6 различных цветов. Большинство автовладельцев знают, что со временем нити обогрева заднего стекла повреждаются или изнашиваются, поэтому требуется ремонт. Ведь из-за разрыва нити уменьшается задний сектор обзора, снижается безопасность движения. Данный ремонтный набор предназначен для ремонта поврежденных нитей обогревателя заднего стекла.
обладает высокой токопроводящей способностью. Также ремонтный набор подходит для печатных плат, различных микросхем и тому подобного. Он универсален. Кронштейн под номер и фары можно с уверенностью отнести к элементам тюнинга. Предназначен для защиты номерного знака и крепления дополнительной оптики, ходовых огней, противотуманных фар, светодиодной балки. Не требует дополнительных отверстий. Устанавливается в штатные места для номерного знака. Изготовлен из нержавеющей стали. Больше подойдет для установки на внедорожники. Переносной аккумуляторный прожектор с возможностью перезарядки является отличным решением как для владельцев авто, так и для любителей активного отдыха. Влагоустойчивый корпус изделия изготовлен из алюминиевого сплава. Для регулировки интенсивности освещения предусмотрены три режима, а поворотная конструкция позволяет регулировать направление света. Заряжать аккумулятор можно как от бытовой электросети, так и при помощи автомобильного зарядного устройства. Практически у всех владельцев автомобилей на ключах прикреплены разнообразные брелоки. Для ценителей подобных безделушек выпущен брелок в виде автомобильного амортизатора. Представлены в нескольких вариантах цветовой гаммы. Кольцо крепления ключей изготовлено из качественной стали и будет надежно удерживать не только автомобильные ключи, но и любые другие. Мощное средство для полировки стекол – оксид церия. Если заметили, что стекла на авто имеют царапины от дворников, то полировальная паста и немного усилий сделают ваши стекла значительно красивее. Оксид церия – это такой абразив, который снимает верхний поврежденный слой с поверхности. Применяется очень просто. Добавляете немного воды в порошок, чтобы он стал пастой. Берете ветошь, лучше специальную, и интенсивно полируете. Есть белый, щадящий, и красный, более жесткий порошок. Замена любого стопорного кольца – всегда трудоемкий процесс, особую пикантность которому придает нехватка специальных инструментов. Универсальный съемник стопорных колец является оптимальным решением. Он объединяет функционал нескольких инструментов для работы с внешними и внутренними стопорными кольцами. Материал инструмента устойчивый к коррозии, ручки имеют пластиковые накладки, быстро заменяемые насадки, изогнутые под разными углами и позволяют легко выполнять захват колец. L-образный или угловой адаптер для бит. Его основная функция заключается в использовании в труднодоступных местах. Может пригодиться как в автомобиле, так и дома. Удобная рукоятка обеспечивает простоту и комфорт применения при завинчивании соединений под углом 90 градусов в труднодоступных местах, а универсальное крепление позволяет устанавливать необходимые биты для наиболее эффективного выполнения поставленных задач. Светодиодные предупреждающие лампы на двери авто. На стойку крепится магнит, а на двери лампа. Горят они непостоянно. При приближении к магнитам гаснут, и когда долго дверь открыта, тоже. На выбор есть несколько цветов свечения и различия по количеству светодиодов внутри. Лучше на дороге быть заметным другим водителям, чтобы не попасть в дурацкую ситуацию. В качественном звуковом сигнале нуждается любое транспортное средство – грузовой и легковой автомобиль, мотоцикл, катер и так далее. Предлагаемый клаксон подключается к бортовой сети 12 вольт, легко монтируется, используется одна точка крепления. Оборудованию не нужна внешняя подача воздуха. Комплект поставки включает клаксон, крепление, соединительные провода и реле. Термоизоляционная лента используется для изоляции коллекторов двигателей легковых автомобилей и мотоциклов. В первом случае она снижает температуру под капотом и удерживает тепло в выхлопной трубе. Во втором защищает ноги мотоциклиста от ожогов об коллектор. В комплект поставки входит защитная лента длиной 5 метров, шириной 5 сантиметров и толщиной 1,5 миллиметра, а также 10 кабельных стяжек из нержавеющей стали.
На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до 15 долларов или 1000 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 600 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем покеда!